Всем привет! Вы на канале Гаджетмания. Сегодня мы распакуем пару посылок с AliExpress. AliPrice.com. Ваш экономичный помощник для AliExpress. Пришла, соответственно, футболка с 3D-печатью, полностью запечатанная. И пришли очки, как у самого известного блогера в мире, Кейси Нейнстан, по-моему, как-то его так зовут, американец. В общем, давайте посмотрим сразу, чтобы не тянуть как раз на одно причинное место. Посылки пришли быстро, ссылки будут в записи трансляции. Продавцы на Алиэкспрессе футболка стоит порядка $8, очки стоят порядка... вообще копейки, короче. И все это вот я распаковываю прямо от вас. Вот так это все выглядит. Я, конечно же, достану, померяю. Размерный ряд есть, качество синтетика. Есть вот такие вот лейблы цены. Ну, собственно, вот так это все выглядит. Полностью 3D печатка, есть разные рисунки. Я выбрал вот с таким вот черепом, с клыками. Размерка 2XL мне должна подойти. Собственно, специально сел без футболки для того, чтобы померить, встать, одеться. Вот таким вот образом все это выглядит. Прям мой размер. Как-то так. Круто. Футболку посмотрели, теперь остается посмотреть очки. Футболка качественная. Мне нравится, не знаю, будет у меня тело потеть или будет, в общем. Вторая посылочка, в ней, собственно говоря, очки. Вот так это все приходит. Очень быстрая доставка в таком специальном пакетике. Качество трансляции вижу совсем-совсем плохое. Но тут от меня ничего не зависит. Вот такие вот очечки с деревянными дужками. Такие очки, я смотрел, у нас продаются во всевозможных ларьках, лотках, еще где-то. Очень качественно все упаковано. Продается, ну, за достаточно большие деньги, по-моему, от 750 рублей до 1200. На Алиэкспрессе вы можете найти вообще за сущие копейки. В таком специальном пакете качество очков, сами видите, отражается компьютер. Сборка достаточно хорошая. Возможно, есть расцветки на выбор. Короче, активности никакой. Трейд понизил. А вот 5 человек. В общем, вот такая вот футболочка. Вот такие вот очечки. Очки мне очень зашли. Деревянные дужки. Хорошее соединение. Сами очки пластиковые. Очень хорошие очечки и не менее хорошая футболка. Ну что, вот такие вот вы безактивные зрители. То светло, то темно в кадре. Да и бог с ним. В общем, как-то так. Давайте что-нибудь напишите, да, соответственно, будем закругляться, потому что разговаривать сам с собой я не хочу. Футболка понравилась, расцветочки есть. Я должен был записать это видео. В общем, ладно, это была распаковка двух посылок из Китая. Очки и футболка. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, комментируйте. И не будьте такими овощами, какие вы сейчас. Пока.